Кировоградской области пожарные вторые сутки пытаются потушить городскую свалку. Мусор загорелся в Александрии еще вчера, тлеет более 500 квадратных метров территории. Смог окутал два микрорайона. Пожарные сегодня весь день пытаются справиться с огнем, а в местной мэрии на экстренное заседание собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники обязали частное предприятие, которое арендует полигон, организовать круглосуточное дежурство и регулярно докладывать о ситуации.